Соревнования спортсменов-рыболовов отличаются от общепринятой рыбалки тем, что пойманную рыбу участники не употребляют в пищу, а после взвешивания выпускают. Таким образом, не только фиксируются результаты, но и не страдает экосистема водоема. Мы пропагандируем спортивную и трофейную рыбалку. Вся рыбалка идет только под девизом «поймал, отпусти». А для чего это? Для дальнейшей популяции рыбы в наших водоемах. Поддерживают спортсменов и сотрудники рыбнадзора. Представители этого контролирующего органа говорят, спортсмены-рыболовы помогают им бороться с браконьерами. Развитие организованных любительских соревнований как-то более, рыбаков-любителей, дисциплинирует и более ответственно относиться к природе, окружающей среде, и чтобы не было хищнического, потребления. Победители соревнований были отмечены грамотами, медалями, а также получили в подарок рыбацкие снасти для спортивной рыбалки. Дмитрий Слезовский, Олег Иващенко, программа «Наше время».